Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алина Иванникова. Более 17 лет я занимаюсь нелекарственной терапией, и сегодня очень рада поделиться с вами информацией об удивительном продукте, об удивительных результатах, о продукте, которой пользуюсь я и моя семья вот уже 3 года, и очень большое количество людей, которые рады этим результатам. Компания «Ксанга», о продукции, о которой пойдет речь, организована в 2002 году и за первые 5 лет побила все рекорды в росте товарооборотов, обогнав крупнейшие марки Dove, Maybelline, Head & Shoulders, Yahoo, Microsoft, и вышла она на рынок с одним единственным тогда продуктом. Это был удивительный продукт. И мне очень приятно, что сегодня этот продукт завоевывает популярность, и огромное количество специалистов присоединяются к нам и просто людей, которые довольны здоровым образом жизни. С такими же продуктами работает компания, которую во всем мире назвали «Феномен». Давайте с вами познакомимся. Продукция «Ксанга» – это первая в мире продукция из цельного свежего мангостина. Мангостин – это основа восточной медицины. Этот удивительный фрукт растет в Юго-Восточной Азии. Бирма, Сингапур, Таиланд, Камбоджа, Южный Китай, Южная Индия. Он расположен, его жизнь именно в этом регионе. В Таиланде плантация мангостина – это национальное достояние. Так как у нас в России на Урале самоцветы, в Баку, например, нефть, так в Таиланде фрукт номер один – это мангостин. Секрет этого фрукта заключается в том, что это дерево, которое растет и плодоносит очень богато, но после того, как фрукт сорвут с дерева, он начинает очень быстро терять питательную ценность. И скушать можно, а пользу получить вот уже не такую большую. Поэтому обычно его за границей этого региона не продвигали. И только компания «Ксанга» научилась получать сок из свежего цельного мангостина. И давайте посмотрим, почему это так важно. Много лет назад этот продукт, этот фрукт употреблялся на Филиппинах, в Индонезии. Им лечили путешественники в древности цингу, малярию, холеру, тяжелейшие заболевания, отравления, укусы. И в современном мире он был неизвестен до 2002 года. В 2002 году все люди получили возможность употреблять божественный напиток из цельного свежего мангостина благодаря компании «Ксанга». Посмотрите, какая замечательная идея. Продукт, восстанавливающий обмен веществ. Продукт, благодаря которому организм сам решает самые сложные задачи с разными органами и системами. Ведь не секрет, что если что-то не так, мы бежим в аптеку, и в аптеке нам предлагают лекарства от сердца, от почек, от головы и так далее, или биодобавки тоже для разных функций, для функций разных нашего организма. Когда мы говорим о соке, то это продукт единый, продукт, который восстанавливает баланс организма целиком. Одна девочка сказала мне: зачем я буду пить сок из мангостина, если я могу пойти в аптеку и купить витамины? Я говорю: очень хорошо, а ты знаешь о том, что нужны еще аминокислоты? Она говорит: ну да, слышала. Я говорю: а катехины, проантоцианиды, полифенолы, ксантоны. Тут она очень сильно замялась и растерялась. На самом деле нашему организму витаминов мало. Нам нужно, чтобы были другие элементы. И не просто другие, а чтобы был их баланс. В принципе, много не нужно, но важен баланс. Тогда организм сам будет чинить различные органы и системы, и они будут вступать в действие в правильном порядке. Удивительные вещества, которые были обнаружены в этом божественном фрукте, называются ксантоны. До 1959 года не было массивных исследований, только в этом году, в середине прошлого века, ученые стали исследовать эти удивительные вещества, которых нет в обычных ягодах, в обычных фруктах. Они водятся обычно в мхах или шайниках несъедобных, и только мангостин объединяет их в
большом количестве. 43 ксантона, каждая из которых – это целый кладезь помощи организму. Зачем же нам нужен мангостин сейчас? Вы знаете, распространено мнение о том, что нужно кушать фрукты своего региона, а это неизвестный фрукт. Если мы с вами посмотрим на нашу жизнь, то мы увидим с вами картошку, и многие выращивают ее на своих огородах. Но наш ли это фрукт? Ведь он появился из Перу. Когда-то давно его завезли, это не был российский продукт. И через некоторое время пришли на нашу территорию помидоры, которые ранее считались декоративным кустарником в Италии. И 10 лет назад еще никто не знал о таком фрукте киви, который сейчас повсеместно на прилавках, и многие знают о его полезных свойствах. Зачем нужен мангостин сейчас? Но, наверное, потому, что изменились условия. И есть такое понятие адаптация. Наши организмы должны быть адаптированы к новым условиям, к смещению полюсов, к загазованности городов, к излучениям, к свободным радикалам, которые в изобилии после различных атомных испытаний и взрывов, всем нам известных. Природа изменилась, животный мир изменился, нам тоже нужно поменяться. И поменяться, конечно же, в лучшую сторону. Давайте с вами посмотрим, что может дать сок из цельного свежего мангостина. Компания Ксанго единственная в мире, которая делает это. Свежего, это значит в течение 24 часов после сборки фрукт поступает в переработку. Цельного, почему это важно? Давайте посмотрим на фотографию. Серединка фрукта очень мягкая, нежная, очень вкусная. Кому-то напоминает яблочко, земляничку. Она очень ароматная и приятная. А вот перикарпий, вот эта бордовая часть, твердая кожура, они очень жесткие, горькие и вяжущие, обычно их выбрасывают. Но именно там сосредоточены полезные вещества, которыми фрукт защищает плод. Дерево никогда не удобряют, не опрыскивают, и с ним не нужно ничего делать. Вы видите на самом плоде такие подтеки, да? Это как раз защитные функции самого плода. Именно это и дает помощь человеческому организму. Но представим себе, если бы в бутылке было большое количество горькой вяжущей кожуры, ее просто было бы невозможно взять в рот, этот сок был бы невозможно взять в рот. И компания придумала уникальную рецептуру. Была добавлена серия других соков, высушенных, выпаренных, то есть только для вкуса, для баланса вкуса, и немножечко консервантов, полученных из клюквы и брусники. Нет сахара, нет никаких искусственных добавок, никаких подсластителей или красителей. Чистый натуральный продукт, который осуществляет 4 функции. Первое – это защита. Вы знаете, антиоксидантная защита сейчас – это очень важная вещь в связи с нашими излучениями и изменениями в нашей жизни. Ксантоны являются самыми сильными натуральными антиоксидантами, которые оказывают противовоспалительное действие, противоопухолевое и омоложение. Антиоксидантная защита меряется в определенных единицах. Это ОРАК-ценность. Так вот, например, у соков разных есть разные единицы ОРАК-ценности. Например, сок черники 30 мл, 685 единиц, а сок мангостина 30 мл, 21 тысяча. Какого бодигарда вы хотели бы иметь? Защитника на 685 единиц или на 21 тысяча? Конечно, защита более мощная у мангостина, и маленькое количество его нужно скушать. При этом сок содержит еще и клетчатку, поэтому это очищает организм, улучшает пищеварение, нормализует нашу микрофлору. И третье действие – это вывод. Антивирусное, антибактериальное и противогрибковое. Даже если взять только одно из этих действий, это огромная помощь организму. Но давайте посмотрим и на четвертый пункт. Питание – это 130 биологически активных полезных элементов. И мы с вами говорили о том, что это богатый баланс, полный и
количество сбалансированное. Вот посмотрим на бета-каротин, например. Чтобы получить бета-каротина столько, сколько в 60 мл сока Кзанга, это 4 столовые ложки сока, нужно скушать 4 красных перца. Чтобы получить тиамина В1 столько же, как в 60 мл, 3 стакана зеленого горошка, рибофлавина В2, как в 19 бананах, витамина В12, как в 120 граммах дорогого сыра пармезан чеддер. Ниацина, как в 5 крупных картофелинах, фолиевой кислоты, как в 14 помидорах, и до кучи витамина В6, как в одном большом арбузе. И посмотрите, это всего лишь 7 перечисленных элементов, а здесь 130. Нам много не нужно, нам нужен баланс. 30 мл сока заменяет одно ведро фруктов и ягод, но ведро не скушаешь и не переваришь, а особенно по ведру 3 раза в день. Проще 30 мл. Посмотрите многочисленные исследования на этот удивительный фрукт на сайте Американской медицинской ассоциации. Можно набрать ксантон и мангостин, вот как показано на слайде, и вы увидите множество научных доказательств на английском языке. Соответственно, кто не знает язык, есть литература на русском языке, и таких исследований более 1500. Они обнаружили и подтвердили следующие свойства ксантонов. Противовоспалительное действие, ранозаживляющее, нормализующее жиры крови, понижающее вес тела, антиоксидантное, онкопротекторное, иммуномодулирующее. Заметим, иммуномодулирующее, а не иммуностимулирующее. Потому что есть заболевания, при которых нельзя повышать иммунитет. Нужен баланс, потому что организм начинает выступать против себя. Это так называемые аутоиммунные заболевания. Сок Кзанга можно при аутоиммунных заболеваниях в том числе. Давайте посмотрим результаты. Снятие окислительного стресса синим цветом на верхней картинке, там, где организм не справляется, где у человека проблемы. И вы видите позвоночник, эпигастральная область, ноги. Давайте посмотрим, что произошло спустя 2 месяца. Посмотрите внизу, насколько мощно выздоровление этого организма. И как следствие, вы видите снижение окислительного стресса с 57 до 9% за 2 месяца. И снижение веса. Ведь очень многим людям хотелось бы этого. Лишнее наш организм удерживать не будет. Когда организм получит баланс, лишний вес, вода и жир уходят. Вот другой организм женский, то же самое, вы видите снижение окислительного стресса с 57 до 15% и снижение веса на 4 килограмма. Может быть, вам хотелось бы снизить вес или вашим близким. Воспользуйтесь этим продуктом. Воздействие ксантонов уникально. Они защищают клетки целиком. И если мы заболеваем и хотим попить, например, чай с лимоном или с клубникой, с брусникой, то сохраняется оболочка клетки. И это дает уже большую помощь. Но когда очищается внутреннее содержимое и сохраняется ядро, мы можем с вами говорить о том, что проходят очень многие болезни и исчезают те, которые ранее считались неизлечимыми, наследственные болезни. Может быть, исчезают, может быть, значительно улучшаются. Это будет уже решать ваш организм. 2006 год. Лос-Анджелес Таймс писала, тропический фрукт имеет репутацию борца с раком. И на самом деле перерождение внутри клетки приостанавливается. И очень много исследований самых разных стран, которые подтверждают это. Растворение раковых клеток и изменение обмена веществ. Благодаря соку Кзанга организм восстанавливает свой правильный обмен веществ. Вот представьте стройку, в которой защищена эта стройка, нет расхищения, нет рисков, выведен мусор, да, и поданы стройматериалы. Уже легко строить и возводить, когда они в достаточном количестве. И организм благодаря этому соку начинает править себя сам. И у каждого организма свой порядок выправления. В этом большая ценность этого уникального напитка.
быстрое действие и накопительное действие в нужном для организма порядке. Антистресс, вы видите, буквально несколько минут. Энергия, улучшение сна, обезболивание, антивирусное повышение иммунитета. Даже если температура начала подниматься быстро до 39 градусов, да, тела, то есть возможность в течение одного дня привести себя в порядок, если поймать сразу же. Если, конечно, болезнь развилась, может быть, потребуется несколько дней, но в любом случае это будет быстро и комфортно, и значительно более полезно, чем любыми медикаментозными средствами. К тому же детям, не зря на фотографии ребенок, вы знаете, ни таблетку, ни капсулку не хочется давать, а вот напоить вкусным соком очень замечательно. Против отравлений, в том числе алкогольных, посмотрите, пожалуйста, для многих людей это бывает важно. И, конечно же, есть накопительное действие, когда по 30 мл 1, 2 или 3 раза в день человек принимает сок, из его организма выводятся токсины, замедляется клеточное старение, происходит омоложение всех органов и систем, падает сахар у очень многих людей, восстанавливается давление, улучшаются функции почек, сходят отеки, улучшается цвет лица и так далее, и так далее, и так далее. Патент. Посмотрите, сок Ксанга – это первый и единственный в мире напиток из цельного свежего мангостина, созданный по уникальной рецептуре. Есть очень много продуктов из мангостина на самой территории. Мы были в Таиланде, и там действительно много соков из мангостина, но в основном из мягкой сердцевинки и в основном сотой доли процента. Из цельного, свежего, богатый состав имеет только сок Ксанга. Именно поэтому… Когда мы имели удовольствие быть в Таиланде, в шикарном пятизвездочном отеле, нас встретили там даже не свежим фруктом, нас встретили там бутылочкой сока из мангостина. Производят этот удивительный продукт концерн, германский концерн, его филиал Wildflower, и это обеспечивает очень четкий контроль и очень точную рецептуру. При производстве используется пюре всего плода, и поэтому он содержит солнечную энергию в полном объеме. 220 тестов контроля на качество проходит этот продукт, высочайшие сертификаты, и, соответственно, можно быть спокойным за качество этого продукта, который, к тому же, мы имеем возможность получать напрямую с завода-изготовителя. Давайте посмотрим несколько результатов. Вы видите пожарника, который очень сильно обгорел с левой стороны, ожоги и волдыри на лице, на руке. Руку лечили врачи. Сок внутрь он не пил, он делал только марлевую накладку, марля в три слоя, пропитанная соком Ксанга. И посмотрите фотографию справа, 9 дней спустя. Лицо как после спа-салона, а рука требует доработки. Эта фотография тоже настоящего живого человека, это не фотошоп, это реальный человек, с которым мы имели счастье познакомиться в Соединенных Штатах. Его зовут Жене, и, соответственно, вы видите с левой стороны фотографию до, с правой стороны после. Тяжелая форма ревматоидного полиартрита у него была, по 30 мл 3 раза в день. Через 10 месяцев на фотографии видно, когда она сделана. Ноябрь 2004, сентябрь 2005. С правой стороны это совершенно другой человек. Есть еще один удивительный продукт, который употребляется внутрь. Это детокс. Название знакомое – детоксикация, то есть очищение. Зачем это нужно? Дело в том, что когда организм начинает избавляться от продуктов метаболизма, от наших продуктов жизнедеятельности, то он выбрасывает их через 5 каналов – почки, печень, кишечник, легкие, кожа. И вот представьте себе, организм начинает очищаться, а фильтры забиты. Как можно выбросить это наружу? Значит, грязь начинает курсировать внутри организма. И это, конечно, примитивное видение, но тем не менее оно очень много объясняет. Стоит только почистить фильтры, и в нашем организме происходят процессы омоложения и восстановления на порядок быстрее. Детокс – это очень вкусный продукт, который состоит из простых элементов нам известных: корень репейника, молочный чертополох, листья сена, кора крушины и фрукт мангостина. Отличие этого продукта от других систем детоксикации
в том, что это очень качественное растительное сырье. Это очень высокий потенциал этого продукта. Там есть микроложечка внутри, и ее вполне достаточно для того, чтобы один раз в день вечером разбавить ее в воде, получить замечательный фито-чай, только не в кипяченой воде, а в комнатной температуре или теплой. Выпить его на утро, сходить в туалет, выкинуть все ненужное. И, соответственно, вот этой баночки хватает на курс приблизительно месяц для восстановления, потому что наш обмен веществ не нужно ускорять. Он идет в нужном режиме, клетки восстанавливаются сами в нужном режиме. Таким образом, вы видите, что это натуральный продукт, вкусный, простой в употреблении, запатентованный состав и дает очень быстрый прилив силы и энергии, иммунитет хороший, хорошую форму и легкость. Идеально они работают вместе. Сок по 30 мл 1, 2 или 3 раза в день, плюс детокс по вечерам. Это целевая аудитория. Кому это может быть нужно? Кому нужно избавиться от аллергии? Кому нужно больше энергии? Кому нужно хорошее здоровье, хорошо работающую голову, освобождение от стрессов и просто прекрасное самочувствие? Всем. Поэтому, конечно же, любому приятно принять вкусный, замечательный напиток. Есть еще одно направление, с которым работает компания Xanga. Поскольку на коже сок оказывает очень благотворное действие, возникла идея создать замечательную косметику, натуральную по уходу за кожей. Glimpse означает сияние, вспышка, озарение. Именно такой эффект производят лица людей, которые пользуются вот этой замечательной косметикой. Это натуральный продукт. Обычно что-то хорошее добавляют в магазинах, вы видите продукцию косметическую, где хорошие какие-то элементы добавляют в базу на основе нефтепроизводных и каких-то химических элементов. Здесь натуральный продукт, имеющий сертификат натуральности. Прошел дерматологические клинические испытания, нет никаких ароматических отдушек, он нейтральный по запаху, он очень мягкий на любую кожу, на действие для любой кожи. И чем он интересен? Он содержит биоактивный экстрикомплекс. Активация жизни тремя ксантонами в комплексе. Три особенных ксантона лучшим образом восстанавливают кожу. И компания Xanga нашла их и создала интуитивную зеленую косметику. Именно благодаря этому комплексу косметика способна настраиваться под локальные потребности любой кожи. Исчезает необходимость покупать дневные крема вечерние. Крема для жирной кожи, для сухой, для анти-эйдж или для бэби. Соответственно, любой человек в семье может воспользоваться этими удивительными кремами и гелями. Биоактивный экстрикомплекс входит во все 6 позиций. Чему же способствует косметика Glimpse? Снижает воспаление, содействует естественному производству коллагена, защищает кожу от окислительного действия свободных радикалов. Эту косметику используют очень много звезд. И давайте посмотрим на исследования, которые проводились для людей в возрасте 35-60 лет. Когда люди применяли полный комплекс, 6 позиций друг за дружкой они применяются, в течение приблизительно 40 минут идет процесс восстановления кожи один раз в день, например, вечером. Посмотрите, после 8 недель это 2 месяца питания кожи. И по увлажнению 90% человек показали улучшение. Восстановление влажности кожи. Тон кожи 90% человек, обычные люди говорят, уже не принимает кожа какие-то тональные крема или пудры другие. По морщинам, посмотрите, 80% человек показали хорошее исчезновение морщин и гиперпигментация у 100% человек. 4 недели. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. 1 месяц питания кожи. При этом заметим, это на самом деле питание. Там также нет никаких стимуляторов, ее не нужно менять, она может применяться на длительный срок,
не снижается ее активность, и с течением времени кожа не привыкает. Давайте посмотрим вот еще одно свидетельство того, что можно и нужно на длительный прием кожи. С левой стороны вы видите до серединки, спустя один месяц вы видите, насколько активные процессы в коже идут. И следующая фотография сделана уже через определенное длительное время, вы видите, что косметика продолжает прекрасно работать. Проблемы на коже в виде псориаза, экзема. А вот эта женщина очень интересная. Она сделала свою фотографию, выложила ее в интернет. Это не исследование компании, просто она поспорила с подругой, что косметика Glimms не работает. На одну половину лица, свою правую половину, она использовала те замечательные крема, которые она подбирала себе ранее. А на левую половину лица она использовала косметику Glimms и использовала ее в течение 2 месяца. Через 2 месяца подруга в кафе сказала ей, что у тебя с лицом. Видно, насколько даже поднята и насколько более молода левая половина лица. И тогда она сделала эту фотографию. Ребенок. Девочка 5 лет, ожог кипящим маслом. Наверху 8 января, это дата как раз вот этого случая. И вы видите, ожог очень глубокий. Обычно край такой раны стягивают хирургическим путем, накладывают швы и так далее. У мамы был сок, поэтому она знала о целебном действии. Она залила рану соком и 12 января, 10-12, видите, такая бордовая кожица отходит, это цвета сока, да? Как только стало можно касаться, стали применять один из элементов косметики, называется сыворотка. И посмотрите, какая ножка стала уже через 12 дней, 20 января. А вот спустя совсем короткое время, как будто ничего и не было. Независимые научные исследования показали, что активация жизни тремя ксантонами в комплексе в 30 раз эффективнее зеленого чая. Вы видите на графике в самом низу графическое изображение активности зеленого чая. Чуть-чуть выше аскорбиновая кислота – это активность витамина С. Чуть-чуть выше коэнзим молодости Q10, для многих известный, да, и ресвератрол из виноградных косточек. Если бордовые части графика выстроить в одну линию, как раз это получается в 30 раз сильнее и эффективнее зеленого чая. Еще одно направление, с которым работает косметика, с которым работает компания Glimms, это тоже косметика для улучшения кожи в возрасте. Два особенных масла, полученные, особая структура, полученная путем ферментации, которую кожа очень хорошо усваивает. Желтенькая и красненькая. Желтенькая – это восстановление тургора кожи на всю глубину, и красненькая – это выравнивание цвета, молодость и сияние. То есть это ускоренное обновление кожи в том случае, если это необходимо. Буквально по одной капельке добавляются эти средства в крем или в средний этап сыворотка с тоником, на ладошке размешивается, наносится на лицо. Очень приятное ощущение. Необыкновенно комфортное ощущение. Кожа буквально, знаете, любит эти средства. Хочется их употреблять. И поскольку это натуральные средства, которые улучшают кровообращение кожи, не будем с вами забывать, что на лицо выходят каналы внутренних органов. На лицо, ладошки и стопы. Поэтому обязательно применяйте косметику Glimms не только на лицо, но и на стопы, на ладони, потому что это открывает вывод токсинов из вашего организма через кожу. Еще одно направление – это спа. На самом деле направлений немного, они делятся на 4 крупные части, и 2 последних я сейчас вам расскажу, а потом расскажу про 4 части. Джуни – это средство повышенного комфорта по очищению и уходу за кожей тела и волосами. Что здесь важно? Мы моем голову, мы очищаем тело, но при этом используем также химические, очень часто агенты и вредные для нашей кожи вещества. Содержится, например, во многих шампунях, да? Вы, наверное, видели в качестве такую рекламного момента на многих шампунях написано «без красителей», да? Или «без парабенов». И вот эта косметика имеет натуральную основу, и она натуральная. Плюс
потому что она дает комфортное очищение для кожи, залечивание микропорезов, остановка каких-то новообразований. Она содержит еще и особое сочетание четырех чистых эфирных масел, которые создают гармонию эмоций. Вот этот состав масел назван фонтан молодости, потому что сразу после того, как принимаешь душ или используешь для очищения головы шампуни, после этого возникает ощущение вдохновения, полета, легкости, раскрытия. И вы знаете, нет никаких резких запахов. Опять-таки, эти все средства очень нежные и предназначены для всей семьи, включая купание грудных младенцев. Нежное очищение, новое состояние, новое качество жизни. И еще один элемент. Фа-ва-о. Это значит «двигайся вперед». Сейчас твоя жизнь такая, но может быть значительно лучше. Это система структуризации тела. Это новая форма питания, которая сейчас дает возможность накапливать силы и улучшать здоровье. Конечно же, лучше всего принимать вместе с соком из цельного свежего мангостина 4 элемента. Детокс, о котором мы с вами уже поговорили, сок, пищевые волокна, нерастворимые и растворимые содержатся в составе. Очень нежное, очень вкусное на вкус получается наподобие пюре или наподобие киселя, когда разводишь в воде. И эти волокна содержат, ко всему прочему, еще и полезную флору. Не секрет, что очень многих людей дисбактериоз, и поэтому так много болезней, эпидемии, школы закрываются и так далее. Так вот, эта баночка с пищевыми волокнами содержит несколько видов флоры для того, чтобы наш организм мог быстрее восстановиться. Протеин – это аминокислоты. Это очень важно для строительства клеток крови, например, фагоцитов, которые являются нашими защитниками против инфекций. Из аминокислот строятся многие внутренние органы и клетки мозга. Протеин. Посмотрите, пожалуйста, насколько удобная форма употребления. Это порошочек, который разводится в воде, напоминает очень вкусный коктейль с отдаленным таким вкусом ванили. И действительно это создает очень приятное ощущение и дает огромную пользу организму. Ну и, наконец, метаболик фиточай. Метаболизм – это обмен веществ. Не секрет, что со временем, после 30, 40, 50, 60, скорость обмена веществ сильно замедляется, люди кушают очень-очень мало, и есть совсем не хочется, но и переработка происходит очень медленно. Организм недополучает полезных элементов. Он не может сжечь, потому что все происходит очень медленно. Метаболик содержит натуральные ингредиенты – чай мате, корица, корочки апельсина. Вы увидите, насколько это комфортно и приятно. Соответственно, вы можете использовать его в своем рационе. Давайте посмотрим на результаты. Очень многим людям необходима новая форма тела, потому что это презентабельный внешний вид, это хорошее взаимоотношение в семье, это, в конце концов, прекрасное самочувствие. Лиза похудела на 11 с лишним килограмм, используя эту программу. А Хеди на 17 килограмм. Очень много результатов, которые действительно впечатляют. И это происходит не за годы, а за буквально несколько месяцев. Кому хотелось бы к лету похудеть? Вы видите людей разных возрастов и разных состояний здоровья. Этот продукт очень потребляем. Ну и, конечно же, о продукции Экзанга есть очень много статей. Четыре основные направления. Первое – внутрь, восстановление внутренних органов, сок и детокс. Второе – снаружи, это глимс и люминесценс. Третье – это гармония эмоций и очищение тела, это джуни. И четвертое – это красивая форма тела. Более 5 миллиардов положительных статей в мире. И более 70 изданий в России в прошлом году. Экзанга является публичной компанией. Она продвигает именно марку, бренд свой Экзанга продукции из мангостина. И в течение вот уже 3 лет
проходит Russian Fashion Week, неделя высокой моды в России. По Первому каналу прямая трансляция обычно бывает. И в течение 3 лет генеральным спонсором показа Russian Fashion Week является компания Xango. И там мы на этих показах угощаем наших звезд и людей для того, чтобы они могли познакомиться с этими удивительными направлениями. Очень много спортсменов и людей, которые принадлежат и используют здоровый образ жизни. Да? Например, Борис Черней, на фотографии вы его видите, это 20-кратный чемпион Москвы и России по поднятию штанги. Он очень любит направление фавао и сокзанга, и более 38 медалей всего в своем ассортименте имеет. Вы видите, у него даже часы кзанга на руке. По всему миру сейчас пьют этот сок, в России, в Украине, в Казахстане, в самых разных городах используют продукцию Xango. Для чего? Ну, конечно, такие красивые тела могут получить не все, но хорошее самочувствие, гибкость, выносливость, хорошую работу мозга, иммунитет – это сейчас доступно многим. Компания Xango явилась создателем категории, новой категории продуктов из мангостина. Когда-то широкой общественности в мире не был известен этот фрукт, но компания Xango популяризировала его через вот этот удивительный продукт сок Xango. Следом, конечно же, поскольку он оказывает замечательное действие, родилось очень много компаний и фирм, которые производят что-то из мангостина. Но не следует забывать, что материнской компанией является компания Xango, и самые лучшие результаты из цельного свежего мангостина по уникальной рецептуре компании Xango. Продукция Xango дает новую жизнь. Знаете, это не просто хороший продукт на вкус, это не просто приятный на цвет, это не просто употребляемый и обожаемый детьми. Он на самом деле дает новую жизнь. Есть очень много результатов, когда у семейных пар было диагностировано бесплодие по той или иной причине, либо у него, либо у нее. Конечно, если все органы целы, да, компания дает возможность при помощи этого сока восстановить здоровье и улучшить состояние семьи. Вы видите Наташу, 2,5 года, диагноз бесплодия на фоне эндометриоза, и после 4 месяцев беременность долгожданная, великолепно проходит, и сейчас уже 22 недели. На фотографии слева она специально сфотографировала с голым животиком, чтобы было видно, что это не подушка. Это на самом деле правда. Очень много семей уже обрели детишек, которые выросли, можно сказать, на соке из цельного свежего мангостина, потому что мама всю беременность пила. И это снимает у женщин и токсикозы, и улучшает самочувствие, и выводит отеки, и облегчает роды, и повышает настроение. Не секрет, что гормональный всплеск дает очень много переживаний в семье. И вот этот продукт на самом деле дает не просто новую жизнь, а дает красивую новую жизнь. Детишки рождаются спокойные, с хорошим иммунитетом, с хорошей кровью, с хорошей кожей. И, конечно, это прекрасный напиток. Поскольку он годится всем семье, у него нет противопоказаний. Его можно диабетикам, гипертоникам, людям с болезнью Альцгеймера или с онкологией. Его можно здоровым, можно больным. Его можно людям с язвами желудка, с повышенной кислотностью, с самыми разными проявлениями. И, конечно же, его очень обожают дети, потому что он просто на самом деле очень вкусный. Его используют в питании, например, в некоторых ресторанах. Ресторан «Баккарат» на Лубянке. Шеф-поваром является Давид Эмерле. Он готовит, например, лобстеров под соусом Xango. И, конечно, это приносит громадную пользу, не только хороший вкус, но и большую пользу организму. И теперь при помощи этой продукции мы можем совершенно изменить качество нашей жизни, вывести токсины и улучшить свое самочувствие, улучшить внешний вид. Вы видите прекрасную Беверли Холлистер на фотографии, которая сделана в прошлом году. Ей здесь 67 лет. Теперь возраст перестает быть показателем жизни. Он остается только в паспорте, он остается только в цифре. Но на лице и на фигуре это может не отражаться. Глимс, Джуни, Детокс,
Сок Занга, Фавао, это подарок для вас, для вашей души, для вашего мира. Эти продукты настоящие катализаторы перемен, прекрасных, позитивных, плановых, нацеленные на сохранение здоровья, на сохранение жизни, на создание жизни. Это ее слова. Это действительно божественный напиток, который сейчас дан людям в помощь. 30 миллилитров, 1, 2 или 3 раза в день. И очень многие проблемы тают на глазах. Добро пожаловать! Вы можете стать клиентами и дистрибьюторами компании «Ксанга». Вы можете получить прямые порталы для приобретения этой продукции через интернет напрямую с завода-изготовителя. И то, что подается на королевские столы, к сильным мира сего может прийти к вашему ребенку, к вашему отцу, к вам, любимым. И, конечно же, мы желаем вам здоровья и долголетия, красоты и молодости, и очень много-много позитивных перемен. Добро пожаловать! Становитесь клиентами компании «Ксанга».